Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок английского языка. С вами Джайнагуль Шайназаровна. Сегодня мы с вами будем говорить о чувствах и эмоциях. Feelings and emotions. Перед тем, как начать урок, давайте мы с вами посмотрим одно видео. Посмотрите, пожалуйста, это видео и скажите, какие эмоции вы здесь увидели. Итак, ребята, какие эмоции вы там увидели? Злость, страх, радость, счастье, грусть. Сегодня на уроке мы пройдем эти и другие слова. Открываем тетради и записываем сегодняшнее число. Наше первое слово. Angry. Angry. Angry – злой. Записываем. Следующее слово. Посмотрите на этого мальчика. Sleepy. От слова sleep. Да, что такое sleep? Спать. Sleepy, сонный. Повторяем. Sleepy, sleepy. A boy is sleepy. Молодцы, идем дальше. Грустный, да, мальчик у нас? Sad. Грустный. Sad. Sad. Следующее слово. Hungry. Голодный. Hungry. Еще раз повторили. Hungry. Молодцы. Следующее слово. Shy. Застенчивый. Shy. Повторяем. Shy. A girl is shy. Молодцы. Следующее слово. Surprised. Удивленный. Surprised. Еще раз повторяем. Surprised. Молодцы. Идем дальше. Tired. You see? Tired. Уставший, да? Tired. Молодцы. And happy.
happy. Счастливый. Happy. And look. Посмотрите. На экзамене. На мальчик он какой? В каком состоянии? Nervous. Nervous. То есть беспокоящийся, да? Нервно, нервничает на экзамене. Беспокоится о чем-то. Nervous. Угу, молодцы. Давайте еще раз повторим слова. Угу, окей. Angry. Sleepy. Sad. Hungry. Shy. Молодцы. Surprised. Tired. Happy. Nervous. Nervous. Окей. Молодцы, ребята. А теперь ваша задача соединить эти картинки с этими словами. Можете здесь поставить на функцию паузы, выполнить задание, а потом мы вместе проверим. Окей. Давайте проверим вместе теперь. Happy. Это у нас картинка D. Окей. Второе слово sad. Картинка B. Дальше идем. Sleepy. I. Hungry. G. Shy. C. Окей. Tired. F. Nervous. И surprised. H and angry. A. Окей? Вот у нас правильные ответы. Можете здесь тоже проверить, посмотреть. Если есть ошибки, исправляем. Молодцы, ребята. Все слова мы прошли, все слова мы поняли. Теперь идем дальше. Итак, ребята, давайте мы с вами прочитаем диалоги. Окей, диалог у нас между кем? Отцом и сыном, да? Father and son. Ваша задача вставить вот эти слова в пропуске. Окей? Nervous. Это у нас что? Окей, нервный. Study. Учиться. Home. Спокойный. Watch. Смотреть. Surprised. Удивленный. Bored. Скучный. Окей? Давайте я вам дам на это 3 минуты. Вы прочитаете диалог. Постарайтесь выбрать, подобрать правильные слова. А потом мы с вами проверим вместе. Хорошо, думаю, все закончили. Теперь мы с вами проверим ваши ответы. Для этого нам нужно сначала прослушать и параллельно проверить. Окей? Первый диалог. Hey, are you okay, Tom? You don't look well. I feel nervous about my math test. You should relax and try to stay calm. Well then, can you help me study? Давайте прослушаем еще раз. Hey, are you okay, Tom? You don't look well. I feel nervous about my math test. You should relax and try to stay calm. Well then, can you help me study? Окей. Давайте проверим второй диалог. I'm so bored. There's nothing to do.
I'm surprised. Why don't you watch TV? Huh? I hear there's a great movie on Netflix called Planet of the Grapes. Let's watch it. Еще раз проверим. I'm so bored. There's nothing to do. I'm surprised. Why don't you watch TV? Huh? I hear there's a great movie on Netflix called Planet of the Grapes. Let's watch it. Okay. So the first one is nervous, calm, study. Дальше bored, surprised, and watched. Проверьте, пожалуйста, ваши ответы. Теперь, ребята, прочитайте, пожалуйста, диалог еще раз и попробуйте ответить на эти вопросы. Why is Tom nervous? Why is Dad surprised? Why is Tom nervous? Because he has a test. Right? Потому что у него будет тест. What about question number two? Why is Dad surprised? I am surprised. There is nothing to do. Потому что Том говорит, что ему скучно. I am bored, right? Молодцы. Давайте теперь поработаем в тетрадях. Открываем тетради. Ваша задача заполнить пропуски, используя вот эти слова, которые мы сегодня прошли, да? Давайте сейчас прочитаем вместе. Angry, sleepy, sad, hungry, shy, surprised, tired, happy, and nervous. Первое мы сделали для вас. After the football match, Steve was very tired. He went to bed early. Поставьте здесь, пожалуйста, на функцию паузы и сделайте это упражнение. Я думаю, все уже закончили. Давайте проверим ваши предложения. Number two. I was angry because someone took my book. Number three. Isolo gets nervous when she speaks in front of people. Number four. I feel sleepy in the afternoon because I get up very early this morning. Number five. Jenny Beck was hungry because he didn't eat anything for breakfast. Здесь нужно обратить внимание на вот это предложение. He didn't eat anything for breakfast. Завтрак. Нужно обязательно завтракать, да, вы все знаете. Окей. Okay. Айзада was shy when she was a student. He was happy because he got excellent on his history exam. Excellent means very good, means five, right? Okay. When Bermet lost her gold ring, she felt sad. Yeah. And number nine. I was surprised when I saw Tom in the park. He was in New York City. Проверяем наши ответы, исправляем ошибки. И повторяем слова, которые мы сегодня прошли. Ребят, здесь ваша задача отгадать, что изображено на картинке. Я вам показываю только часть картинки. Вы пытаетесь отгадать, что же это за картинка. Вот здесь у нас изображен мальчик, окей? Okay? A boy, and he is very sad. Грустный, да, мальчик? Идем дальше. Какое-то слово? Yeah, surprised. Удивленный. Next one. What is this? Nervous, yeah. Next one. Yeah, I think you found it. Angry, yes. This one. Ну, здесь уже понятно. Sleepy. Следующая картинка.
tired. Следующее. Shy. Стесняется, да? Okay, next one. Happy. And the last one. Hungry. Молодцы, ребята. Супер. И давайте еще в одной группе играем. Я сейчас вам буду показывать эмоции. Вы будете отгадывать, что же я вам показываю. Tired, okay. Number two. Happy. Number three. Sleepy. Number four. Surprised. Number five. Hungry. Next one. Shy. Okay, следующее. Okay, sad. Следующее. Nervous. Angry. Окей, кажется, все, да? Молодцы, good job. Ребята, ваше домашнее задание. Дома отсканируйте, пожалуйста, этот QR-код. И откроется у вас вот эта страничка, это видео. На этом видео у вас есть тест. По пройденным словам. Вы нажимаете на play, okay? Смотрите видео, и во время просмотра видео у вас появляются сюда или сюда нажимаете, и во время просмотра видео у вас появляются вот такие вот вопросы. Отвечайте на эти вопросы, нажимаете next или следующее, и в конце у вас появляется результат. Фотографируйте результат и отправляете мне, okay? На этом наш урок подходит к концу. Спасибо за внимание. До скорых встреч. See you!